Всем привет! Данный видеообзор подготовлен специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru. На обзоре воблер от производителя Химера, называется он Remix Pride 115FL. Представляется такой вот пластиковой надежной упаковке, которая довольно-таки привычна для производителей воблеров. Большое смотровое окошко, где легко можно с трех сторон рассмотреть приманку, как она оснащена, как покрашена. Ну, упаковочка вполне себе такая информативная. Есть логотипы фирмы, и на передней части мы видим наклейку с информацией по данной приманке. 115 мм, плавающий, 22 грамма весит, и заглубление производитель указывает от 3,5 до 4,5 метров, в зависимости от скорости и типа проводки. На обратной стороне мы можем увидеть небольшую информацию по производителю Химера, предостережение и расцветка, в данном случае 706 Red Head. Тело у воблера белое, а голова такая ярко-красная. Я думаю, что это такая довольно-таки провоцирующая расцветка будет для рыбы, и она будет на нее реагировать как на какой-то раздражающий объект и будет пытаться согнать ее со своей территории, при этом попадаясь на тройнички, которыми оснащена данная приманка. Тройники здесь крупные, тройники надежные, основательные, что характерно для диповых троллинговых воблеров. Толстая проволока, большая бородка, хорошая заточка, такая довольно-таки короткая ножка. И тройнички, я думаю, не подведут. Заводные кольца здесь тоже довольно-таки мощные, из толстой проволоки. Они, может быть, небольшого диаметра, но надежности в них тоже хватает. И такое же заводное колечко стоит на крепежной петельке, которая находится на лопатке. Это воблер троллинговый. Естественно, что все троллинговые воблера можно использовать в заброс, но для этого есть более подходящие приманки. У данного воблера нет системы дальнего заброса, что характерно опять-таки для воблеров, которые используются на простой равномерной проводке, где перед началом использования ты бросаешь его в воду, заводишь мотор и просто на равномерке облавливаешь интересные для тебя территории, где может находиться крупная щука, судак, ну и в принципе даже какой-то сверхкрупный окунь может среагировать на данную миношку. По внешнему виду напоминает рыбешки. Рыбешку на теле нет никаких насечек, никакой имитации жаберных крышек, чешуи, воблер абсолютно гладкий, и даже глаза здесь не вклеены, как в последнее время все привыкли на воблерах, а нарисованные, хотя и выглядят очень выразительно на таком красном фоне, являются такой точкой атаки. На верхней части мы видим логотип фирмы, внизу есть вся информация по воблерку, который в принципе необходимо знать, поэтому нет никакого смысла хранить упаковку. Все, что нужно знать по данному воблеру, находится в нижней части. Развесовка, степень заглубления — это большой плюс производителю за то, что он это все наносит. Лопатка здесь овальная, лопатка мощная, усиленная, и думаю, чтобы ее разломать, ну, потребуется такое довольно-таки большое невезение. А так она прослужит вам долгие-долгие годы, может легко соприкасаться с камнями, с различными подводными препятствиями, и с ней ничего не произойдет. Очень такой надежный воблерок, можно использовать как поисковик. Недорогая цена, можно пробовать им ловить в каких-то незнакомых либо тяжелых условиях, если же вдруг произойдет такое досадное происшествие, как зацеп, но не так жалко будет оторвать данную приманку. А ловить, я думаю, будет она просто отлично. Химера Remix Pride 115FL. Ну а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!